Программа Spread Controller на Dukascope TV поможет вам отличить хороших брокеров от плохих. Мы предоставляем вам статистику основных цен на межбанке. Я Шинет Маклоклин. В течение последних 24 часов среднее значение спреда для пары евро-доллар составило 0,29 пункта, а максимальное значение – 1,3 пункта. Для этой пары преобладал восходящий тренд, и курс повысился на 0,7% или 90 пунктов с минимальной отметкой 1,2873. Вчера в 7:23 вечера во время повышения курса было зафиксировано максимальное расширение спреда, которое составило 1,3 пункта. Переходим к фунту. Среднее значение спреда за последние сутки составляет чуть более 1 пункта, а максимальное значение – 2,6 пункта. Тренд этой пары менялся, и самым значительным движением стало понижение на 0,65% или 105 пунктов. Вчера в 3:09 по Гринвичу было зафиксировано максимальное расширение спреда, которое составило 2,6 пункта. И последняя пара – доллар-иена, среднее максимальное значение спредов за последние сутки для которой составляет 0,28 и 1,5 пункта соответственно. Курс пары двигался на север с минимальной отметки 106,04 и повысился на 0,72% или 76 пунктов. Несмотря на повышенную волатильность, максимальное расширение спреда для этой пары было зафиксировано в 1:10 по Гринвичу и составило 1,5 пункта. На этом очередной выпуск спред-контроллера подошел к концу. Мы будем обновлять эту статистику каждый час. Оставайтесь с нами.